Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия первой международной выставки форума «Экотех», которая проходит на территории выставочного центра «Крокус-Экспо» до 29 апреля. В таком формате выставка в России проходит впервые, и очень приятно, что она проходит в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Мы очень дорожим чистыми лесами, водой, полями. 45% территории Подмосковья – это леса, большое количество водоемов. Всем этим нужно распоряжаться с умом, внимательно, чтобы сберечь все, что нас окружает. «27 апреля в историко-культурном центре Ленинского муниципального района состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ленинского муниципального района. В публичных слушаниях приняли участие руководители служб, предприятий, учреждений и организаций района, представители профсоюзных общественных организаций и объединений». На стадионе Видновской средней общеобразовательной школы номер 7 состоялись заключительные соревнования в рамках спартакиады школьников по легкой атлетике. Всего в соревнованиях приняли участие 118 юношей и девушек из 15 школ Ленинского района. Победители награждены грамотами и медалями, а общие итоги команд по легкой атлетике будут подведены позже. Сегодня в 20 часов 15 минут на нашем канале в прямом эфире выступит начальник территориального отдела номер 25 Госсанитехнадзора Московской области Игорь Винокуров. Тема эфира – наведение чистоты и порядка, месячник благоустройства. Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40 и 541-25-25.